Отдел МВД Лужского района за прошедшую неделю раскрыл 4 преступления, совершенных ранее. Также за неделю было возбуждено 22 уголовных дела по произошедшим преступлениям. С января этого года по 17 февраля неизвестное лицо проникло на дачу петербурженки в деревне Каленцево, откуда похитило отопительное оборудование и лестницу общей стоимостью 39 тысяч рублей. 21 февраля жительница деревни Болото заявила, что у нее вскрыли баню, откуда украли стиральную машину и строительные материалы общей стоимостью более 35 тысяч рублей. В период с 11 по 22 февраля было похищено имущество из дома в деревне Тарковичи. Похитители вынесли 2 бензопилы, триммер, медные кабели и инструменты. Ущерб составил 81 тысячу рублей. С 3 по 16 февраля была вскрыта дача в садоводстве «Урожай» Девинского массива. Был похищен телевизор с периферийными устройствами стоимостью 12,5 тысяч рублей. По всем преступлениям возбуждены уголовные дела. Полиция разыскивает похитителей.